Всем привет, друзья! Вы на канале Влади Ройс. Меня зовут Владимир. И сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Silent Hill 2. В прошлой серии мы остановились на том, что попали в какое-то историческое общество Silent Hill, в какой-то музей зашли. И здесь нашли проход в так называемую бездну, про которую нам все говорят. О, кстати, тут пропустили книжечку. Смотрели тут картины всякие. Исследовали, в принципе, местность. Это мы все смотрели с вами, да? Вот это не смотрели, это кто такой? Имя многократно зачеркнуто. Бывший директор больницы Брукхвейн. Это директор, получается, нифига себе. Мы что-то пропустили. Так, это мы видели с вами. Мы с вами продолжаем искать нашу жену Мэри. Попали в музей, и в этом музее что-то непонятно происходит. Показывают всякие картины так называемых монстров. Туманный день, плоды правосудия. Вот почему-то здесь все это изображено. Сейчас будем спускаться с вами вот сюда. А, книжку. Книжечку вот эту давайте тоже прочитаем, что тут написано. Пожалуй, самый известный из местных легенд. Это история о светоносной деве. Говорят, что когда-то одну девушку обвинили... Так, это мы, по-моему, читали с вами. Точнее, нам рассказывали про нее. Да, это... Нам про нее рассказывал Мария. Про эту статую. Она как раз там в парке где-то находилась. И осталось только вот сюда спуститься. В очень страшное место. Мы нашли ключ от так называемой бездны. Нам записку в записке сказали, то, что это спуск в бездну. Что-то звуки какие-то страшные. Очень стрёмно сюда спускаться. Еще спуск такой длинный. Еще усиливается звук. Надеюсь, без скримеров обойдемся в этот раз. Встречали, кстати, Анжелу в прошлой серии. Она куда-то убежала. Почему-то. Она там кого-то увидела и свалила от нас. Что, нормально то, что спуск такой длиннющий? Там уже даже света не видно, он чуть-чуть. Эти дробовик, что ли, я не знаю. Поспокойнее, чтобы было. Опа, звук пропадает. Подозрительно очень. Что это за место, непонятно вообще. Мы с вами поняли то, что тут какие-то кошмары происходят с этим миром. Точнее, с этим городом. То, что он меняется, то он... Какой-то плохой становится. Монстр появляется, то он обычный. Нагнетает прям так сильно. Я не помню, когда я не иду, звук не идет, что ли? Нет, идет. Сейчас по-любому скример будет. Но это будет очень подло с их стороны. Ты можешь бесконечно спускать? Хотя вроде бы нет. Надо вот так по сторонам смотреть на предметы, запоминать, что тут. Что-то вижу, решетку. Дверь. В бездну. Дойти до конца длинной лестницы. Достижение дали. Мы, по-моему, это место в картине видели. Или не это место? Что тут происходит? Что-то написано. 11 сентября 1820 год. Номер заключенного С-221. Это тюрьма, что ли? Тут иногда такие звуки бывают. Мне кажется, как будто кто-то идет к нам.
Ну да, это тюрьма. Решетки. Тюрьма прям под музеем. Ух ты, монстр. Давайте пистолет. Готов. Стрелок. Убить 75 врагов огнестрельным оружием. Достижение ДР. Так, что тут за лабиринт? Карты у нас тут нету. Ни хрена нету. Сейчас будем плутать. Ага, сюда нельзя. Там что-то свет моргает. Вот сюда можем попробовать зайти. Такие тут коридорчики узкие, прям. Противно как-то. Что тут происходит? Багрово-белое пиршество богов. Тут что такое? Сажание на кол. Казнь в тюрьме, сажание на кол, либо повешение. Выбор смерти есть последнее свободное решение узника. Это как раз вот эти монстры изображены здесь. Тюремный лагерь Толука. Был построен в 1862 году и использовался для содержания пленных во время гражданской войны в США. В 1866 году был преобразован в тюрьму Толука. В котором мы сейчас, наверное, находимся как раз. Эти монстры, может, всегда тут существовали, в этом городе? А, тут тупик? Я думал, тут что-то есть. Всегда существовали? Ну, просто были где-то заперты, может? Вот, вот это место мы в картине видели. Посмотреть можно? Страшно выглядит. Он туда спрыгнуть, наверное, хочет. Нет? Можно заглянуть. Спрыгнуть. Ну, мне кажется, выбора нет. Надеюсь, он не умрет. Еще раз спрыгнуть? Решиться не может. Ну да, это страшно так-то. Я бы тоже не решился. Все, погнал. По сути, на смерть просто спрыгнул. Че он взял, что там что-то будет? Он мог просто спрыгнуть и разбиться на смерть. Что-то какая-то очистная яма, что ли? Тут сломать, наверное, можно. А тут везде, что ли, сломать можно? Тут два, три или четыре прохода. Раз, два. Раз, два. Три прохода, да? Ладно, давайте один какой-нибудь выберем. Обстановка с каждым разом все как-то нагнетает сильнее и нагнетает. Че вообще ожидать? Вообще не знаю, что сейчас мы встретим здесь. Это что за место? Тупик. Так, и где еще можно было сломать? Тут сломали, тут сломали. Вот здесь еще можно было сломать. Два тупика и один выход. Ладно, давайте. Будем дальше идти. По воде ходить? Сохранение произошло, по-моему. Еще и слышу кого-то. Блин, с пирамидой головным не хочу сейчас бегать опять, если он здесь будет. Здесь монстр где-то. Где? А, вот ты. Паскудина. Давайте так попробуем его побить. По старинке. Ух ты, как он побежал на меня. Почти достал. Они тут в воде прячутся. Надо воду смотреть. Камера вообще стрёмная. И слишком много, куда можно сходить. Может куда-то сюда, можно в
ту сторону. Тут еще 200 дверей. Тут вообще какая-то жопа, что это такое? Может, в ту сторону вначале надо было идти? Тут что происходит? Тупик? Пирамидный тут не стоит за решеточкой? Вроде нет. Ага, сюда тоже можно зайти. Че такое? Что-то лежит. Че такое? Ключ? Ключ со спиральной надписью. Так, можно приблизить. А что написано-то? Ух ты! Че такое? Фу, тараканы! Что за подстава? Пароль, блядь, надо. А где мне пароль-то узнать? На цилиндре выгравлена надпись: «Сомнение есть путь в чистилище». А где мне пароль узнать? Я должен понять, куда тыкали. Чё за опасность? Ай, тараканы. Неправильно, типа, нажал. Мне так хилок не хватит, если угадывать надо. Один неправильно. А, вот, типа. Вот эти, которые чистые. Нет? Опять тараканы появились. Как я должен понять? Давайте в другую сторону. Не угадал? О, заспавнились твари. Нифига, он побежал. Я думал, куда он понес. На стене там сидел. Как понять-то? Может, у меня... Ой, может, у меня записано где-то должно быть. Что-то вообще не пойму. Мы вроде ничего такого не находили. Это записки про бездну, это мы все читали. Это ничего такого вроде. Важный один ключ и личные пару предметов. Таракан появляется и появляется. Где он? А, вот это. Один, два, три. Нет. Один, четыре, семь. Нет. 4, 5, 6. 5. А, это подсвечивает то, что я нажимаю. Навожусь, точнее. Я думал, он просто светится. Может, тут где-то написано? А вон, что там такое? Это лампочка. Я, может, должен понять, сколько тараканов приходит. Типа, нажимать на цифры. Допустим, 3. Нет? Вот сколько их сейчас? Раз. Два. Два. Три. Три тараканчика, допустим. Нажимай три. Дальше что? Он сбрасывается? Да, сбрасывает. Неправильно. Не угадал опять. Я не понимаю, как пройти. Что тут надо сделать?
Куда я должен смотреть? Что я должен понять? Выйти я не могу. Если нажимаю неправильно, они сами по себе тараканы появляются. Не только когда я нажимаю неправильно. Они, может, и не появляются после нажатия, а сами по себе просто спавнятся. Ну вот если смотреть на чистые, то типа куда нажимали. Давайте вот так попробуем. Надоели тараканчики эти. Что-то вот с этими цифрами. Последовательность надо понять. Наконец-то. Надо было просто на бум тыкать. Это ключ вон туда как раз, наверное. Я не знаю, можно было как-то понять. Я просто на бум натыкал. Остается только вот сюда идти. А, он вот отсюда хочет. Туда наступать нельзя, да? Еще ниже спрыгивать, что ли? А тут этот камера перевернут. Да, это типа коридор перевернутый просто. Куда он сейчас самый низ куда-то полетит? Что тут происходит, вообще непонятно. Какое-то измерение непонятное. Где мы оказались? Там кто-то сидит. Где мы? Карту можно открыть? Нет? Хилку вижу. Мужик подождет в начале предметики. Это тоже, наверное... А, это тюрьма, наверное, столовая. Вот мы вылетели, пробили. Решетку, наверное. Ой. Что там замесил? Так подходит, вообще ничего не боится, да? Это волосы, я думал, там мясо какое-то происходит. А что тут холодно? Подумаешь, Эдди, приставить дуло к голове и пап. Ты что здесь забыл, блядь? Тустячок. Эй. Ой. Привет, Джеймс. Что здесь случилось? Кто это? Не знаю, он на меня бросился. Okay. Понятно. So he attacked you. То есть он напал, и ты выстрелил? Yeah. Да. Yeah, that's right. He made да, точно. У меня не было выхода. А, спокойно, Эдди. Any idea why? Как думаешь, почему он напал? I don't know. Не знаю, он взялся будто из ниоткуда. Подкрался в темноте. Я услышал шаги, обернулся, а там он. И ты понял, что он хочет тебя убить? Да, то есть... Он так на меня смотрел, у меня не было выбора. Эдди какой-то тоже дурной. Он на тебя смотрел? Ты же говорил, он набросился. Да, то есть... Это было видно по глазам. Эдди, походу, припиздивает немножко. По глазам. Он на меня пялился, издевался. Я сказал, что хватит, он не послушал. Эдди, нельзя же. Нельзя же убивать за то, что он на тебя не так посмотрел. Сейчас тебя, походу, убьет. Ой, дурак. Эдди дурной вообще. Мне кажется, в психбольнице про больного писали, может, это Эдди был. Видел бы ты свое лицо. Я пошутил, я его уже мертвым нашел. Что, поверил, да? Ну ладно.
Я лучше пойду. Ты не хочешь сказать, что ты здесь вообще делаешь? Стой. Ты пойдешь один? Ого. Эдди дурной вообще. Что-то не так с ним, 100%. Вот у нас писали про больных каких-то, психбольных, то, что там один боялся, когда на него смотрели. В больнице Брук-Хуэйн. Возможно, как раз там Эдди был. Сбежал оттуда. Мне кажется, он его кокнул. Кровь-то вот, не знаю, еще не выглядит засохшей. Хотя хз. Так, что за звуки такие? Так, не надо делать. Пугать мне. Тут вроде ничего нет. Ничего не говорит. Что здесь пришел, что здесь делает. Я просто пошел и все. Что за прикол, Эдди? Револьвер где-то нашел. Крест какой-то. С веревками. Что за крест? Для чего? Сохранение. Винтовка? Записка. Его еще до сих пор не нашли, поскольку у него был ключ от шкафа, видимо, ключ у кого-то из заключенных. Запасной лежит на КПП для свидетелей. Винтовку нужно забрать, пока она не попала не в те руки. Надо ключ найти. Ё-моё, и с винтовкой можно будет ходить. Я говорю, иногда такие звуки, как будто кто-то еще ходит. Не Джеймс, как будто, а просто карта. Оружейный шкаф. План тюрьмы Толука. Тут кричит. Первый, второй этаж. Мы сейчас на каком? Мы сейчас на первом, да? Тут двор еще есть. Пропускной пункт свидетелей, камеры. Раздевалка, душевые. Тут вообще много, тут еще план отсека смертников. Большая тюрьма. Кабинет начальника. Тут куча всего, давайте сохранимся. Будем, значит, тюрьму исследовать. Давайте попробуем куда-нибудь сходить, куда нас пустят. Сюда мы не можем, там что-то интересненькое, наверное. Эдди. Эдди какой-то дурной. Может, кстати, тогда... Так, что-то сюда не хочу. Тут, наверное, камеру можно открыть. Может, в тот раз, когда мы труп нашли, может, Эдди убил? Мы где сейчас? Часовня. Молитвенная комната. Это блок Б. Чё, блядь, за звуки такие? Нифига себе молитвенную комнату. Тут издевались, вон. Ставили их на какие-то шипы, руки зажимали. Да-да-да, руки вот заковывали потом. Крутили какие-то рычаги, чтобы им руки придавливало. Они тут типа искупление просили. Картина. Что тут изображено? Какие-то бои. Кто-то с кем-то воюет, дерется. Тут тоже всех приковывали. Закрывали. Тут прям тюрьма строгого режима была. Что это такое? Грузило? Самый тяжелый гири. Ух ты! Что такое, блядь? Ты что, дурной? Да, блядь, попади ты по нему. Сдохла? Тварь. Пугает меня своими громкими звуками. Что тут у нас? Книжка. И шприц вижу. Ящик можно открыть. Это дневник священника, наверное.
Заключенные не раскаиваются, даже так, они не считают себя грешниками. Даже самые неразвитые из них всеми скудными силами своего разума отгораживаются от взгляда Господня. Будучи грешниками, они спят спокойно, будто младенцы, ибо сколь не тошнотворно бытие, природа человеческая неизменна. Прям какие-то паскуды здесь в этой тюрьме сидели, которые не признавали свою вину. Как будто ничего плохого даже не сделали. Ну вот эти вот, кстати, которые ходят закутанные, как будто в смирительную рубашку. Вот они похожи на людей немного. Как будто над ним поиздевались. Откуда он выскочил-то? Что-то я не понял. А, он сверху спрыгнул, да? Наверное. Кто со мной разговаривает? Не надо со мной разговаривать. Много звуков лишних, как будто кто-то где-то бегает. Я тут ничего не пропустил? Я чуть стекло увидел разбитое, может. Показалось. Ага. Вот тут можно открыть. Патрон для охотничьей винтовки. Две штуки. Витрину увидел разбитую. Подумал, может, там кто-то пришел туда. Может, сюда зайти? Вот сюда страшно заходить. Тут сейчас все камеры откроются. Что такое? Рычаг-то явно не надо нажимать, мне кажется. Дверь с быком какая-то. Блин, а мне придется открывать, да? Ага, вот идет. Два выстрела хватает. Блин, мне по-любому придется открыть, да? Там что-то красным светится. Там, может, сохранение? Нет, там, наверное, дверь такая же, как здесь. Внутри камеры-то никого нету даже. Вот здесь кто-то закрыт. Закрылся. Ага, вот есть. Паскудина одна. Давайте так убьем ее, пока она здесь сидит. Ах ты, не попадаю. Я и забыл то, что она плевать умеет. Вот лучше всего ее вот так убить, пока двери не открыты. А потом придется открыть. Камеры, наверное, тоже надо лутать. Патрончики подбирать всякие. Что-то написано. Камеру убрать до вторника. Удостоверьтесь, что заключенные успели в срок. По приказу начальника тюрьмы заключенный переведен в отсек смертников. Кого-то увели. Отсек смертников там, наверное, уже те, кто не вернутся, скорее всего. План отсека для смертников, вот. Пропускной пункт, тоже камеры. Для исполнения приговора для свидетелей. А, там, наверное, смертная казнь была, скорее всего. Чё за звуки? А тут еще дверь, вот. Дверь со змеей какая-то. Это как раз к смертникам, наверное, надо.
Ну да, вот тут на карте змея нарисована. Бык — это у нас получается тюрьма Толука, второй этаж. Если сейчас здесь нажму, то по сути должна дверь открыться, да? Таймер, что ли, какой-то, или что? Ну да. А что я должен все зажечь? Что за звуки такие, я не пойму. На втором этаже, что ли, кто-то? Давайте попробуем зажечь. Ты что, ожила, тварь? А, мне не этот надо зажигать. С другой стороны, наверное. Вот этот и вон тот. Так, этот не встает. Пускай спит. Не понимаю. Зайти сюда не могу пока. Лично нет. Мне надо тут нажать и где-то еще. Вот тут, наверное. Или мне везде надо успеть? Везде слишком много тогда нам. Мне надо как-то встать максимально быстро, чтобы можно было пробежать. Сейчас откинется это заново. Надо здесь бежать, потом на левую сторону. И по левой стороне уже. К тому последнему рычагу. Все равно, мне кажется, не успею. А там и так он горит. Что я должен сделать-то? Для чего это? Чтобы я вот сюда мог выйти? Я и так, наверное, мог сюда выйти. Да. Ну да. Для чего это? Просто осмотреться, чтобы свет был? Или может я что-то увидеть должен? Непонятно. Или в камеру, возможно, зайти в камеру какую-нибудь. Вот сюда вот, например. Пока включено, могу зайти. Я думал, надо два рычага открыть и успеть куда-то зайти. Точнее, что-то открыть, а тут вот просто за одним предметом чисто. Так, вот сюда можем, в соседнюю. Это чтобы камеру полутать. Нажал и пошел по камерам. Сейчас он не откроет, правильно? Нет, откроет. Тут ничего нету. Все открывать спокойно. Можно проползти на другую сторону. А для чего? Вот это, кстати, что за дверь? А я сюда не могу зайти. О, блядь, ты тварь. Сука, нагас-то, паскуда, как напугало меня. Я аж дернулся. Вообще не ожидал. Может, вот эта дверь откроется? Нет? Нет.
Для чего таймер вот этот, вообще не пойму. Каждую камеру давайте заглянем, просто посмотрим. По сути, отсюда надо во все остальные комнаты проходить. Вот здесь, наверное, тоже кто-то сидит. Еще какая-нибудь ногастая паскуда. Слышу кого-то. Опять встал. Ты надоел мне. Да, конечно, ногастая тварь. А чё эта тварь ожила опять? Я уже два раза ее убил. Так, эту дверь куда-то на второй этаж, что ли? Ты, блядь, откуда вылезла уже? Ползет она ко мне. За ней такой след еще кровавый. Можно куда-то вот сюда пойти. Вот это вообще непонятно, что за место. А это проход во двор. Че это за двор такой-то? Сохранение? Кромешная тьма. Давайте сохранимся, раз дают такую возможность. Страшно тут ходить, давайте так по стеночке аккуратно. В центр не хочу заходить. Вообще ничего не видно. Двор-то большой. Ну да. Че такое? Кого слышишь? Когда не видишь монстра, вдвойне страшнее как. Че за звуки? Вот сюда, наверное, надо к этому, к этой постройке. Двор, а в этом дворе, наверное, вешали людей. И что такое? Статуя какая-то. Весы. Ну да, весы. Мне две гири. А, тут надо вон сколько их. Найти. У меня только одна. Самая тяжелая. Надо еще взвесить, что-то потом разгадать тут. Что за звуки такие? Куда-то можно... Кто тут, блядь, бегает? Тихо, выскочит, наверное. Никого не вижу. Сразу трубой гребет, не дай бог выскочит. Фиг его знает, кто там. Тут ничего не поменялось у нас? Тут я не знаю, что надо сделать с этими рычагами. Для чего-то надо, а для чего? Вон, давайте вот сюда пойдем. Еще одна дверь. Тюрьма, то лук, подвал. Тут подвал. Потом
Тюрьма, первый этаж. Тюрьма. Секция смертников. Потом тюрьма, второй этаж. Потом тюрьма, секция с кабаном. Комната посещения, склад, санчасть. Непонятно. Никуда не зайти не могу. Я видел там одну дверь в той стороне. Может, надо здесь зажечь и в ту дверь зайти? Вон там посередине, которая. Вот здесь вот. Нет? Нет, он сюда не заходит. Что надо сделать? Тут мы никуда не могли зайти. Вот сюда, например. Нет, сюда мы не можем. Мне надо на второй этаж как попасть. А как? Вообще непонятно. Хм, да. Не хочет заходить. Что тут вообще пишет? Слепой кабан, это он просто подписал. Секция со змеем, знак вопроса стоит. Почему? Давайте еще раз попробуем. С этими рычагами что-то надо сделать. Да нажми ты на него. А что надо сделать, непонятно. Не хочет заходить. Как вот сюда зайти? Это же явно подъем на второй этаж. Там вот тоже рычаг вижу, по-моему. Мне, может, надо на весы там положить эти гирки. Две гири, которые там лежат. Одна маленькая, одна большая. А, и вот сейчас что тут, наверное, откроется, типа. Да, тут надо заходить, менять. И открывается определенная дверь. Дверь со змеем, это как раз по прямой, по-моему. Свет включаю, чтобы получше видно было. Вот сюда вот вроде. Нет. А где мы со змеем видели? Давайте посмотрим. Так, оружейный шкаф, безголовая змея. Это вон туда, направо, вниз. В подвал. Опять в подвал. Звуки тут вообще не дают чувствовать себя спокойно. Мы приближаемся, наверное, к концу какому-то, не знаю. Нет. Не сюда, а куда? Просто по прямой, не вниз, а вот сюда. Вот сюда вот. Сейчас у нас здесь дверь должна открыться. Такие звуки, так она открывается тяжело. Выйти-то потом смогу. Вроде да. Это у нас что? Секция со змеем. Это что у нас? Пропускной пункт. У нас почему-то здесь знак вопрос. Тут, наверное, ключ. И что за место? А, вот исполнение приговора, комната свидетелей. И камеры. Это секция смертников, да? Да, наверное. Тут как раз их убивали. Дверь приоткрыт. Почему-то. Никого здесь нету? Под столом.
Вон там кто-то есть. Они не смогут зайти, пока там дверь у меня на щеколду закрыт. Значит, спокойно лутаемся. Ладно, собраться странно, чтобы никто не пришел. Может, что-то прочитать. Напоминание для охранников. Всем без исключения, строго обязательно ознакомиться с новыми правилами пользования генератором. Все помнят, чем закончился последний перепад напряжения. Думаю, многие предпочли бы это забыть. Второго раза не будет. Можно свет включить, наверное, да? Ну да. Манекен, который ползает, это страшно выглядит. Чё за прикол? Таких мобов мне еще не хватало. И тут тоже таймер. Я должен успеть до следующего места дойти. Тут вот еще ящик пропустил. Ладно, давайте. Пойдем. Посмотрим, что у нас тут. Давай слазить, паскудина. Спускайся. Ползает она. Где еще? Должен успеть открыть, что ли? Наверное, да, раз тут свет включается. Нет, сама по себе не открывается. Вон сидит тварь. На потолке нету? Что такое? Фотография, чат. Фотография семьи. Все, что видит, все забирает. Зачем ему вот фотографии какой-то семьи, непонятно. Убить я не могу его, да? Там патроны у него лежат. Манекенчик. Тут где-то ползает. Две даже. Три выстрела надо. Тут никого. Одна тварь вон туда уползала, ладно. Сюда нельзя зайти. Полезное что-нибудь есть тут? Патроны, патроны, отлично. Патроны потихоньку-то, кстати, заканчиваются. Ах ты! Сверху была тварь. А я думаю, куда она убежала? Я думал, вот сюда. Манекены на новый уровень перешли. Блин, без света тут, тут хреново, надо свет включать обязательно. И такие, и сякие тут. Паскуды. Куда поползла? Можно сюда. Можно куда-то вот сюда попробовать зайти, наверное. Ух ты. Вот это хреново. Где она? Да упади ты. Еще где-то ползает, что ли? Вот, да. Звуки такие, как будто прям рядом. Прям рядом ползает. На самом деле далеко. Что-то все заперто. Что все заперто-то? Патрон мало осталось. Так вот сюда можем зайти. Тут сохранение. Еще патроны. Это что за место? Это комната свидетелей.
Давайте сохранимся. Много прям сохранений дают. Это хорошо. Что, можешь зайти? Нет, нельзя. Надо что-то сделать. Прочитать. Правила безопасности. Нагрузка на сеть. Зеленый уровень. Проверка работоспособности сети. Проверка обязательна при каждом запуске. Желтый уровень. Нагрузка оптимальная. Целевой уровень. Красный уровень. Опасный уровень. Риск перепада напряжения и перегрузки сети. Нам надо красный сделать, да? Нам же написали, типа, мы же не хотим, чтобы такое случилось еще раз. Надо комбинацию найти. Или просто все надо включить. Или попробовать на обычном уровне. Может, желтый уровень надо набрать? Нам по-любому красный надо. Ну да. Ладно, давайте красный наберем. Один нажимаешь, другой убирается. Вот все, сейчас перегрузка будет. Какие-то страшные твари наружу вышли, походу. Он идет уже. Для чего? Я это сделал, чтобы гири получить. Средние гири. А это дверь, которая в начало меня выведет. Но там есть знак вопроса где-то. В той стороне, где мы с вами были. Или нет, мы не в той стороне были. Туда мы не можем попасть. Туда надо попадать с другой стороны. Куча тварей. Есть смысл туда идти и убивать их? Там, наверное, что-то лежит. Как минимум, он в той камере, в которой мы были. А тут все заперто. Мы не можем тут выйти. Двери заклинило. Можно только вот сюда идти. Давайте так, что ли, в рукопашку побьем. Ух ты. Вас тут много для рукопашки. Давай, подходи. Двоих сразу. Килочку. Тут сейчас двери пооткрывались. Можно полутаться, наверное. Ух ты! Лигнуть меня хотел, тварь. Получай трубой. Ублюдыш, нагастый. Ну, которые по стенам ползают, они страшнее, конечно. Сейчас просто все камеры пооткрывались. Везде опасность. Тут еще нагастая тварь где-то должна быть в следующей камере. Что за звуки? Ага, это ты. Ну ты не такой страшный, промазал хорошо. Как он блюет жестко. Далеко от того, что... Музыка, кстати, поменялась. Относительно прошлых локаций. Стало еще более мерзкое. Так, а где это нагасты? Паскудин. В следующей камере? Ага, вот. Ах ты, задел меня. Перебежал из той камеры в эту. Или может там еще тоже
такая же есть. А тут сейчас можно на ту сторону перебраться как раз таки. Стенку сломать. Еще патроны. Патрон дают хорошо. А мы тут не выберемся, наверное, да? Или выберемся? Нет. Нам по-любому туда надо обратно идти. Сейчас мы на ту сторону пройдем, а там, наверное, как-нибудь сможем на другую сторону выйти. Возможно. Не знаю, эта локация мне еще больше даже не нравится, чем больница. Особенно, когда все в таких красных оттенках. Медсестричка, ты откуда, блядь? Какими судьбами здесь? Не-не-не, ты ко мне сюда не иди даже. Даже не думай. Патрон есть еще? Нету. Манекен куда-то уполз тут. Где он? Камеры шарим, смотрим все. Там патроны лежат. Ага, вон он. Ладно, бог с тобой. Идемте в следующую. Хилка. Вот и все, доползался. Сразу резко надо забегать, чтобы, если там нога стоит паскуда сидит, не успел ударить. Вон там проход как раз нам, вон туда нам. Фотография, еще одна. Еще 4 месяца. Называется. Так, тебя мы так побьем. Ах ты, резко на меня как повернулся. Так, вот эти камеры еще давайте посмотрим. Тут ничего. Тут тоже ничего. Вот здесь что-то есть. Патроны. Тут патроны и вот там патроны. Музыка, что ли, громче стала, какая-то такая слишком противная. И только сейчас мы оказались на другой стороне. Такой крюк сделали. А тут, наверное, ключ как раз-таки. Какой-нибудь отчет об осуществлении смертного приговора ДР-88. Заключенный Е-662. Возраст 23 года. Пол мужской. Вид смертной казни. Электрический стул. Свидетелей 0. Для сотрудников санчасти. Вчера во время осуществления смертного приговора заключенный, считавшийся инвалидом, встал и подошел к стулу без чужой помощи. Просим особо тщательно перепроверять АМНС заключенных с целью предотвращения эксцессов. Охране необходимо понимать пределы физических возможностей заключенных. Ну да, это правильно. Так думал, то, что он инвалид, а он резко встал. И побил тебя, и сбежал. Вот ключ как раз от винтовочки нашей, от оружейного шкафчика. И патроны дают на нее. Ключ от оружейного склада. Это мы где вышли? Пропускной пункт. Сюда мы не можем зайти. Мужчины и женщины сюда можем? Наверное, нет. Нет. Да. Ха. Никуда не можем. Так, дневник какой-то. Или книга. В центре Silent Hill находится одна из самых главных достопримечательностей города. Озеро Толука. Однако у этого живописного водоема темная история. Все мы слышали подобные страшилки, но в одном случае это чистая правда. В
1918 году, в туманный ноябрьский день, круизное судно «Маленькая баронесса» покинуло гавань и не вернулось. В газетных статьях об исчезновении корабля подробностей происшествия нет. Несмотря на длительные поиски, не удалось найти ни обломков судна, ни останков пассажиров, либо команды корабля. Однако, в 1939 году произошло нечто еще более пугающее. Множество страниц вырвано. Кто знает, сколько жизней унесли воды озера Толука. Таращатся ли из-под воды безглазые черепа проклятых, тщетные попытки сделать вдох или на самом деле их постигла совершенно иная судьба. Не дали нам полностью понять, да, что там произошло. Что там на самом деле. Опа. А вот мы в самом начале вернулись как раз таки. Можно сохраниться. Никто тут не появился. Давайте ружье возьмем. На троечку, охотничья винтовка. И патроны. Мне интересно, для кого мне охотничья винтовка нужна? Кто-то будет прям очень мощный. Давайте сохранимся. Давайте, ребят, на этом будем заканчивать. В следующей серии продолжим. Получается, у нас сейчас мы нашли еще одну гирю. С помощью этой гири мы сможем зайти в другую дверь. Будем исследовать тюрьму, смотреть, что здесь нас ожидает. В принципе, к чему мы придем. Очень интересно. А сейчас всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И всем до встречи в следующих видео. Всем пока.